Всем привет, меня зовут Жанара, это видео-мастер-класс по вязанию двухцветной сумочки Тесси. Вот такая сумка у нас получится на мастер-классе. Я вязала ее из трикотажной пряжи. Вы можете использовать любую толстую пряжу или шнур. В описании под видео я оставлю ссылки на наши магазины, где можно приобрести материалы для вязания сумочки. Для вязания сумки мне понадобится примерно 1,5 мотка пряжи основного цвета. У меня это цвет графит, трикотажная пряжа алтын. И примерно 0,5 мотка у меня это цвет оливка. Крючок номер 6, крючок номер 4, чтобы прятать кончики нитей. 2 полуколечка, внутренние расстояния 2 сантиметра. Пришивные кнопочки. Диаметр кнопочки 18 миллиметров. И готовая цепочка с карабинами. Длина цепочки 120 сантиметров. И я начну с цвета оливковый. Вначале пряжу нужно на 2-3 метра вперед распустить и слегка нитку растянуть. Оставляем кончик нити примерно 5 сантиметров и набираем цепочку 24 воздушные петли. Готово. Набрали цепочку 24 петли. Первую петельку пропускаем, вводим крючок за заднюю полупетлю второй петли и провязываем соединительный столбик. Продолжаем вязать до конца ряда соединительными столбиками. Всего 23 петли. В конце каждого ряда делаем одну воздушную петельку для подъема следующего ряда. Вяжем второй ряд, вводим крючок за полупетельку и провязываем соединительный столбик. И так продолжаем. Вяжем до конца ряда 23 петли. Продолжаем вязать. В следующем ряду точно так же вяжем только за полупетли, провязываем 23 петли и вяжем так всего 6 рядов. Закончили, связали 6 рядов. Кончик нити отрезаем. Ниточку вытягиваем из петли и кончик нити прячем. Вот и готова одна полоска. Это у нас будет вертикальная полоска. Длина ее 21 сантиметр, ширина 4 сантиметра. И таких мы с вами вяжем 5 штук. Готово. Связали 5 штук одинаковых. Теперь будем вязать горизонтальные полоски. Берем другую нитку. Точно так же нитку перед вязанием растягиваем. Оставляем кончик нити 5 сантиметров и набираем 30 воздушных петель.
вяжем первый ряд, первую петельку пропускаем, начиная со второй петли, соединительными столбиками за заднюю полупетлю вяжем 29 петель. Закончили, в конце ряда делаем воздушную петельку и далее продолжаем за дальнюю полупетлю во втором ряду и во всех следующих вяжем по 29 петелек соединительными столбиками. И так провязываем всего 6 рядов. Закончили, связали 6 рядов. В конце кончик нити отрезаем, нитку вытягиваем из петли и прячем кончики нити. Также давайте измерим нашу деталь. Получается длина 25 сантиметров, ширина 4 сантиметра. И таких нам нужно связать 4 штуки. Готово. Связали 4 полоски. Это у нас будут горизонтальные полосы. Итак, мы связали 5 вертикальных коротких полос и 4 длинные горизонтальные полосы. Теперь нам нужно их соединить вместе. Берем одну длинную полоску горизонтальную, смотрим, где у нас было начало ряда, первый ряд. И берем одну вертикальную полоску, здесь тоже смотрим, где у нас было начало ряда. Берем тонкий крючок, вводим в угловую петлю и совмещаем угловые петли на обоих деталях. Берем новую рабочую нить. У меня это цвет графит, основной цвет. Делаем первую петельку воздушной петлей. Затем вводим крючок опять в эти же петли и провязываем соединительный столбик. Всего нам на этом участке нужно связать 5 петель. Мы их равномерно распределяем на всю длину вертикальной полоски и вяжем 5 соединительных столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 и последний 5. Готово. Давайте вместе посчитаем. Должно получиться 5 петель. Теперь берем следующую полоску, тоже смотрим, где у нас был первый ряд, начало вязания. Прикладываем его этой же стороной, но теперь прикладываем позади горизонтальной. На горизонтальной одну петлю пропускаем, вводим крючок в следующую петельку и в угловую петлю на вертикальной полосе. И тоже провязываем 5 петель. Готово, давайте посчитаем, должно получиться тоже 5 петель. Берем следующую полоску, прикладываем ее точно так же, как две предыдущие, но теперь прикладываем поверх горизонтальной. На горизонтальной одну петельку пропускаем, вводим крючок в угловую петлю на вертикальной и потом на горизонтальной. И провязываем 5 петелек. Продолжаем. Одну петлю пропускаем, вводим крючок в следующую и позади прикладываем следующую горизонтальную полоску. И провязываем 5 соединительных столбиков.
Остается еще одна полоска. Здесь пропускаем, в следующую вводим крючок. И провязываем еще 5 петелек до конца ряда. Закончили 5 петель и в конце делаем воздушную петлю. Итак, давайте посчитаем, у нас должно получиться 26 петель. Переходим на следующую сторону. Теперь мы будем присоединять горизонтальные полоски. Здесь тоже следите, чтобы они у вас лежали все одинаково. Вводим крючок в первую петельку. Провязываем соединительный столбик и продолжаем. Вяжем на этом участке 5 петель. Теперь прикладываем следующую полоску, одну петельку пропускаем, вводим крючок в угловую петлю на горизонтальной и одну пропускаем на вертикальной и вяжем 5 петель. Продолжаем вязать следующую полоску, одну петельку пропускаем и затем на этом участке вяжем 5 соединительных столбиков. И теперь у нас осталась одна полоска. Пропускаем одну петельку и провязываем 5 соединительных столбиков до угла. В конце ряда делаем одну воздушную петельку. Теперь мы присоединили с вами все полоски. Здесь у нас должно получиться 21 петля. И далее уже мы будем с вами соединять по рисунку, то есть нам нужно создать шахматный рисунок с пересечением полос. И мы продолжаем далее соединять до конца ряда. Еще две стороны у нас осталось. Делаем это самостоятельно и встречаемся с вами в конце. Закончили. В процессе вязания я переплела все полоски между собой и вернулась к тому месту, откуда мы начали вязание. Давайте измерим наш клапан. Ширина 23 сантиметра, высота 20 сантиметров.
Нам нужно замкнуть ряд, введите крючок в первую воздушную петлю и провяжите последний соединительный столбик в эту петельку. Затем делаем длинную петлю и переносим клубок через эту петлю. Затягиваем узел. Переверните вязание таким образом, чтобы изнаночная сторона смотрела наверх. Введите крючок в угловую петлю. Перенесите нитку на эту сторону, здесь у вас будет протяжка. Сделайте первую петельку воздушной петлей. Далее вводим крючок в следующую петлю. Крючок вводим за полупетельку. И еще одну петлю делаем убавку. Из двух петель провязываем одну. Затем вяжем 6 столбиков без накида. Заканчиваем. Провязали 6 петель. Давайте вместе посчитаем. Теперь снова делаем убавку. Провязываем 2 петли. Закрываем верхушку одной петлей. Теперь опять вяжем 6 столбиков без накида. Закончили. Давайте посчитаем. Должно быть 6 петель. Затем опять делаем убавку, провязываем 2 петли одной петлей и вяжем еще 6 петель до следующей убавки на углу. В конце ряда делаем последнюю убавку. И, конечно же, в конце каждого ряда вяжем воздушную петельку для подъема следующего ряда. Итого, давайте посчитаем, у нас должно получиться 22 петли. Теперь мы будем вязать основное полотно сумки. Для начала можно кончик нити спрятать, чтобы он не мешал нам. Вяжем следующий ряд. Вводим крючок только за одну полупетельку. Провязываем столбик без накида. И так продолжаем вязать до конца ряда, всего 22 столбика без накида. Закончили второй ряд, провязали 22 петли, в конце делаем воздушную петельку, переворачиваем. Теперь вяжем третий ряд, и здесь уже все ряды мы будем вязать одинаково. Вводим крючок за крайние петли двух предыдущих рядов и провязываем соединительный столбик. Вяжем всего 22 петли до конца ряда. Продолжаем вязание. Закончили. Связали третий ряд, 22 петли. И здесь мы видим, у нас уже образовывается рисунок основного полотна сумки. Все последующие ряды вяжем точно так же, как третий ряд. И далее мы считать будем с вами по рапортам узора с внешней стороны клапана. Вяжем в высоту всего 24 рапорта узора.
Итак, мы закончили с вами вязать основное полотно сумки. Сейчас посчитаем ряды. Сначала давайте измерим. Длина получается 49 сантиметров, ширина 23. Теперь давайте посчитаем вместе. У нас должно быть вот так 24 раппорта узора. Считаем только по поперечным полоскам. Если считать по рядам, то это 48 рядов. В каждом раппорте 2 ряда. В конце ниточку отрезаем. И кончик нити прячем внутри петель последнего ряда. Вяжем боковины для сумки, оставляем кончик нити примерно 1 метр. Вначале делаем узелок и затем набираем 6 воздушных петелек. Вяжем первый ряд. Первую петельку пропускаем, вводим крючок за заднюю полупетлю второй петли и вяжем столбик без накида. И продолжаем вязать до конца ряда 5 столбиков без накида. В конце делаем воздушную петельку для подъема следующего ряда. Во втором ряду вяжем только за дальние полупетельки 5 столбиков без накида до конца ряда. Вяжем третий ряд. Здесь нам нужно будет с вами присоединить полуколечки. Первую петельку провязываем узором, которым мы с вами вязали основное полотно сумки. Затем берем полуколечко, прикладываем его с обратной стороны, вводим крючок в петли и через полукольцо. Провязываем столбик без накида и так еще два раза, всего 3 столбика без накида через полукольцо. И затем еще одну петельку в конце ряда. Итого получается у нас 5 столбиков без накида. Мы с вами присоединили полукольцо. Теперь продолжаем вязать. Вяжем всего до высоты 9 раппортов. Давайте посчитаем вместе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. В конце кончик нити отрезаем и прячем в середине петель последнего ряда. И точно так же вяжем вторую боковинку для сумки. У меня получается высота боковинки 13 сантиметров, ширина 6 сантиметров. Присоединяем боковинки к сумке. Обратите внимание, я поставила маркеры, где стоит первый маркер. От него отсчитываем 9 раппортов для одной стенки, затем 5 раппортов для донышка и еще 9 раппортов для второй стенки. Берем боковинку, здесь у нас тоже 9, 5 и 9. Прикладываем боковинку к сумке.
Посмотрите, как у вас располагается нитка, и присоединяйте с той стороны, где находится нитка. В данном случае это внешняя сторона сумки, а вторая боковинка будет присоединяться с внутренней стороны сумки, то есть со стороны клапана в другую сторону. Приложите боковинку, введите крючок в угловые петли и с помощью длинной нити пришейте, сделайте первый стежок. Далее мы будем пришивать по рисунку рапортов. Вот у нас идет угловая петля первого рапорта. И здесь мы тоже находим угловую петлю, относящуюся к первому рапорту. И делаем следующий стежок. Теперь находим угловую петлю второго рапорта на боковой детали и петлю второго рапорта на детали сумки. Делаем следующий стежок. И так далее. Продолжаем пришивать. Всего получается на этом участке мы используем 9 петель. Закончили пришивать эту сторону, пришили 9 рапортов. Теперь переходим на донышко. Здесь у нас 5 рапортов. Мы вводим крючок в угловую петлю на донышке боковинки и петлю, относящуюся к следующему рапорту на основной детали сумки. И точно так же пришиваем. Всего нам нужно пришить. Сделать 5 стежков. И нам нужно сделать еще 9 стежков до конца боковины. Пришили. Теперь нам нужно сделать последний завершающий стежок и спрятать кончик нити. Теперь мы точно так же отсчитываем петли для присоединения второй боковой детали. Пришиваем вторую боковину. И здесь отличие в том, что мы начинаем пришивать со стороны клапана и двигаемся к внешней стороне сумки. Готово. Пришили вторую боковинку.
Теперь будем пришивать магнитные кнопочки. Открываем кнопки, прикладываем одну часть кнопки на сумку и вторую часть кнопки на клапан. Я пришиваю с помощью мононити, это прозрачная тонкая леска. И нужно расположить кнопки так, чтобы две части кнопки находились напротив друг друга. Готово. Пришили кнопочки. Итак, наша сумочка готова. Давайте измерим ее. Получается высота 16 сантиметров, ширина 24 сантиметра. Толщина сумки примерно 7-8 сантиметров. Желаю вам приятного вязания. Отмечайте меня на ваших работах в Инстаграме. Мой аккаунт nitka.kz и хэштег нитка_mk.